привет! Сегодня у нас 25 апреля. Мы приехали на рыбалку, будем пробовать ловить кейфаль. Конечно, мы такие рыбаки с тобой. Нет, акулу будем ловить. Пришли на море. Погода шикарная, вроде штиль, спокойная. Ну, в общем, попробуем. Вот такие мы рыбаки. Пришли, поели. А вон там чувак купается. Булькнулся. Но ветер холодный, скажу честно. Но холодный, потому что и ветер, и вода. Закинули удочку, поели. И стою теперь лускаем. Рыбаки, да? Ёлки-палки, а там девушка еще одна рыбачит. И люди греются на солнышке. Не успела снять, в общем, форель, достали форель. Я закинула, Урал вытянул. У меня рука легкая. Форель! Тихо, сейчас уронит. Класс! Ух, молоко выдавил. Это, походу, самец. Жалко, без икры. Класс! Класс! Я все сказала, у меня рука легкая. Легкая рука. А я вижу большое, тянешь большую рыбу, блин, думаю, нифига себе. Круто, да? Хорошее место выбрала. Дай тебе поцелуй. Вот это класс. Да? Повезло. Такая нормальная, да, форель? Вообще. Класс. Так, ну что, погнали следующую? Давай, доставай удочку, я тоже достану. Да, я видела большая, молодец. Вот, короче, мы раскрутили вторую удочку. Да, крючок большой. Так, семечку где? Будем ждать еще. На панике, на радости, да? Форель поймали. Первый раз в своей жизни. Сейчас шумит нельзя, рыба кончится. Ты тут уже все море обплевал. Я резко, я случайно заметил, что у этой ловок уже нету. А я еще закинула и такая говорю, у меня рука легкая, как будто притянула рыбу. Ты что-то смотришь, есть что-то. Да, класс. Ну, значит, она там не одна плавает. Мы уже три удочки достали. Сидим. Один на хлеб, один на червя, а второй тоже, наверное, на хлеб. Потому что креветка что-то на креветку не ловилась. Может, одну на креветку посадить? Я тебе говорю, вот эта креветка. Это ты на креветку? А, мою на креветку? Ну, давай. А вот я поймала. Это не... нормальная рыба, да, тоже? Это же тоже нормальная рыба? Невкусно, да? А? Невкусно? Нет, невкусно. А что за рыба-то? Это ловился на червя. На червя поймался, ага. Снимаешь? Да, но я не успеваю снять, когда ловится. Видишь, тем более это я поймал. Поэтому не успеваю. Нормально, зато ловили. Ну да, уже две. Ну вот, наконец-то у нас рыбалка настоящая. Правда, долго сидим, да, где-то с час. И только две рыбки. Ну, такие нормальные. Клюет? Клюет? Ну, достань. Голуби хотели креветку стащить. Шугнуло. Вот еще одну. Я поймала. Зеленуха маленькая. Зеленуха. Бери форели. Я сейчас им тут. Уже три рыбки. Одна форель и две зеленухи. Бери чулодон сок, ты так себе. А я вообще не хотел ловить. Рыбак настоящий.
Сегодня поймала форель. Молодец. Мы вместе поймали. Вместе. Молодец, молодец. Вместе зеленуху поймали. Все, мы уже потихонечку собираемся. Пробыли мы здесь 3 часа. И считаю, рыба на час, да? 3 рыбки поймали. Еще постоим 10-15 минут и поедем. Там уже рыбаки разошлись. У них нет улова сегодня. Нам сегодня везет. Во какая форелька большая. И 2 зеленушки. Одна вообще маленькая-маленькая. Некоторым рыбакам не повезло. Они вот там посидели, ушли. Класс, да? Может, форела откусила, тебе не жалко? Ага, сейчас. А что, нормально? Ты так переживал, что я ее уроню, и ты говоришь, отпустим. Ага, сейчас. Жарко, жарко. Нет. Все, идем домой. Идет рыбак. Радостный, довольный, с уловом. Конечно. Рыбак настоящий. Приезду домой рыбку мы помыли, распотрошили, порезали, посолили, поперчили, пожарили, поели. Рыбка очень вкусная, особенно когда сам ловишь.